тот момент, когда ты ласково разговариваешь с одной крысой, и откуда-то из-под кровати приходит другая. Я с Татошенькой разговаривала, хвалила его, говорила, какой он красивый, какой он хороший, как я его люблю. И Емелька откуда-то взялся, нарисовался, скажи, и я хороший, и я красивый. Прям очень, сразу очень реагируют. Вот если одного берешь на руки и что-то ему ласково говоришь, второй вот откуда ни возьмись берется. Это так они тоже ласки хотят. Такие ласковые животные, зверюшки. У нас тут, видите, какое? Я разрешила им такое тут творить у себя под кроватью. Коробки им всякие набросала. Там немножко свинства тоже они у меня развели. Я говорю, я уже с вами в клетке, что ли, получается, живу? Ну, убираю периодически, иногда разрешаем тут такое. Намусорить. Намусорить они тут запасов принесли своих. Поросятушки мои любимые. Емелюшка, солнышко. Вот буду разговаривать с Емелькой, это Тоша придет. Ну ты мой хороший, ты моя заюшка. Емелюшка, котик мой любимый. Емелечка, мой малыш сладкий. Татоша, наверное, в курсе, что я вам рассказала, не придет теперь. Они же такие хитрющие, все понимают. Все понимают, эти хитрющие такие, с такими длинными, противными, любимыми хвостами. Люди пишут хвосты противные. Посмотрите, какие классные хвосты. Мелкие чешуйки у них, ну милые же. Так, Емельян, хватит мне тут уже дырок на покрывале. Получишь. Получишь, ходная крыса, Емельян, получишь. Ой, буду ругаться, ругаться буду, так вот буду ругаться на Емельяна. Буду ругать Емельяна, буду ругать, ругать за дырки на кровать, на покрывале. Скажу, ой, боюсь, как ты меня ругать будешь. Муж иногда говорит, тебя даже хомячки не боятся. Это вот он всю жизнь так говорил, а тебя даже хомячки не боятся. Но он, наверное, это имел в виду, что вот меня даже Таташка с Емелькой не боятся. Не боятся, мои такие красавчики. Кто-то мне пишет, а можете нормальным голосом говорить? А я говорю, не могу. Какой есть, таким и говорю. Да, Емельян? У меня нет другого голоса. Господь дал только один. Вот такой. Такой, какой есть. Второго не давал, потому что если бы мне Господь дал второй голос, я бы и другим голосом могла говорить. А так только одним. Такой хороший мой, хороший такой. Крысяка хороший, урядняка. Вот так вот. Это я тебе за то, что ты дырки мне сделал в покрывале. Вот так вот. Вот так вот поругаю тебя. Шкодную крысяку. Крысяку-вредняку.